Вы смотрите канал «Улицы Москвы», и в этом выпуске побываем на улице Савельева в Хамовниках, близ станции метро «Спортивная». Данная улица проходит между улицами Даватора и Усачева. Мы сейчас пойдем от улицы Усачева в сторону улицы Даватора. Протяженность улицы Савельева составляет 260 метров. И своим названием она обязана участнику декабрьского восстания 1905 года Александру Савельеву. Мехелес, там у него вторая фамилия. Вот. Здесь вот по разные стороны получается от выхода в станцию метро «Спортивная». Да, можно пройти к Хамовническому валу. Ну, где-то сейчас внизу, наверное, есть станционный зал метро «Спортивная». Примерно вот под этой улицей. Такая, конечно, старая застройка. Это вроде бы конструктивизм в стиле, если я ничего не путаю. Там есть дальше более поздние дома. Вышли на улицу Даватора. Надеюсь, монастырь отсюда видно тоже. Там ласточка подъехала на станцию Лужники. Здесь тоже скверик благоустроен достаточно. Между проектируемым вот здесь проектируемый проезд, а за ним Хамовнический вал параллельно.
Ну, дома числятся по Хамовническому валу.